Развал Google. Республиканцы в Конгрессе начали открыто призывать к разделу IT-гиганта, в первую очередь Google. Они уже давно возмущаются монопольным положением корпорации Кремниевой долины, а также их помощью демократам с навязыванием цензуры в цифровой сфере. Последней каплей стал недавний скандал с программой генерации картинок при помощи искусственного интеллекта Gemini от Google. Она замещает всех белых людей представителями меньшинств, поэтому выдает, например, чернокожих нацистов или корейцев в Америке 18 века. Google и YouTube неоднократно уличали в цензуре. Поисковик на постоянной основе с 2016 года пессимизирует выдачу результатов с неугодных порталов, например, республиканских ресурсов. На фоне стремительной политизации Google стал работать еще хуже, зато усилилась кооперация со спецслужбами. Только с 2018 года на руководящие должности в Google приземлились 36 сотрудников ЦРУ, 68 агентов ФБР, 44 представителя АНБ, а из Пентагона так и вовсе 121 аппаратчик. Республиканские штаты во главе с Техасом уже активно судятся с Google из-за монополизма. То ли еще будет случай победы Трампа, который может отомстить IT-гигантам за всю цензуру. Кремниевая долина заигралась в культурные войны на стороне социал-демпартии и теперь получает ответку – антимонопольные иски с целью раздела IT-гигантов, возомнивших себя неприкасаемыми. Приземление обещает быть жестким.